Скульптура античной эпохи. Обнаженные работы старых мастеров. Представьте себе их одетыми. Представили? Представили? Довольно странная идея. Вот и художники, которые работают в перформансе, раздеваются, потому что иначе нельзя. Обнажение тела и духа. Стена, разделяющая художника и зрителя. И многие другие очень важные вещи будут сказаны во время выставки «Художник в загоне», которая откроется в качестве спецпроекта 6-й Московской биеннале современного искусства в сентябре этого года в Государственной галерее на Солянке. Откроется, если вы этого захотите. Помогите нам.